Блин, сказал, есть ли упражнение, которое поможет эзотерически избавиться человека от всех заболеваний, ответил. Это поклонение. Еще раз хочу показать, как это делается. Человек ставит вот так руки, делает вдох, удивляясь, и так. И таким образом 108 раз или 5 минут утром и вечером. Если у вас сегодня болит позвоночник, ноги или еще что-то, сделайте так вечером, завтра утром и поделайте это на протяжении недели. Вы будете приятно удивлены, как такое простое, очень несложное упражнение может убрать у человека тяжелые болезненные состояния или даже тяжелые заболевания. Это же уникально то, что я даю. А скажите, вы до этого где-нибудь читали об этом или хоть кто-нибудь вам когда-нибудь об этом рассказывал? Ищите радость, удивляйтесь, восхищайтесь. Я это делал, но как только я начинаю радоваться, у меня случается какая-нибудь беда, причем такая, что врагу не пожелаешь. Сейчас я к этому вернусь, я все отвечу. Скажите, есть ли эзотерические методы излечения диабета второго типа? Есть, данные методы существуют. Вам для этого необходимо приобрести семинар, который называется «Эзотерическое целительство», третья часть, или семинар, который называется «Коды Дуйко», и там есть коды, которые лечат заболевания сахарный диабет. Также выложена бесплатно совершенно в Ютубе информация. Это шум, который убирает все заболевания. Вам его необходимо найти на моей странице официальный сайт Андрея Дуйко или официальная страница Андрея Дуйко. И слушать этот шум каждый день 10 минут, 15 минут. Конечно же, человек обычно говорит, надо же, но тут же нужно заплатить деньги там за шум или еще за что-то. А скажите, разве за излечение вы не должны платить? Человек обычно говорит, Андрей Андреевич, но у меня вообще все исчезло. Ну да, у вас все исчезло. И теперь для того, чтобы это все вернулось, что необходимо сделать? Необходимо сделать все для того, чтобы все вернулось. Слушайте то, что я говорю. Применяйте все, что я говорю. И вы в дальнейшем будете счастливым человеком, даже если вы не хотите этого. Я даже вам хочу сказать, вот Ирины или Елены Кравцовой слова. Сегодня она статью опубликовала в Facebook на моей странице и в моей группе. Она написала, помните слова Дуйко, вы можете не верить, а просто выполняйте. Вот я с ней абсолютно согласен. Вы можете не верить мне, я могу казаться вам там гадом, сволочью, некрасивым или еще каким-то. Я ни при чем. Выполняйте те практики, а также те рекомендации, которые я даю. Слушайте меня, слышьте, применяйте. Это борьба. В этой борьбе вы можете быть в выигрыше и можете быть в проигрыше. Проигрыши – те люди, которые сдаются. Я помню себя, мне было очень плохо, я чувствовал себя плохо, в жизни было все очень плохо, но я не сдавался. И даже когда совсем было плохо, я все равно садился, сцеплял зубы, голодный, с высокой глюкозой, после перенесения онкологии, там непонятно в каком состоянии, имея тяжелые проблемы со здоровьем, имея за плечами огромные долги, я не сдавался, потому что у меня была концепция. Эта концепция была эзотерика. То есть я верил, что все равно при помощи эзотерики можно что-то изменить. Читал мантру денег, говорил или произносил себе слова «ничего страшного, впереди целая жизнь». Ну и вот, собственно, таким образом удалось выжить.